Эффективная работа органов местного самоуправления зависит от правильного и своевременного планирования. Именно этим сейчас занимаются в муниципалитетах нашей области, готовя проекты бюджетов на будущий год и определяя приоритетные направления для развития своих территорий. Накануне глава Калязинского района Константин Ильин выступил с бюджетным посланием перед собранием депутатов района и жителями. Ежегодное послание – это документ, в котором отражается текущее состояние дел в отраслях экономики и социальной сферы, а также он является основополагающим для формирования бюджета на предстоящий год. Глава района рассказал о показателях, достигнутых в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Калязинский район в этом году участвует во множестве программ и проектов, где требуется софинансирование из местного бюджета. Это внесло напряженный момент в бюджет, связанный с сокращением расходов по некоторым направлениям и бюджетным кредитам. Более 40 проектов у нас реализуется, объем бюджетных инвестиций 350 миллионов рублей. И наша задача до конца года максимально сбалансировать бюджет. Финансовое управление – это задача работы с должниками по налогам. Комитет по управлению имуществом – это по аренде земли, чтобы на конец года выйти со сбалансированным бюджетом и чтобы выполнить все наши обязательства. Руководитель муниципалитета охарактеризовал отдельные трудности. Например, это нехватка и дороговизна финансовых ресурсов, ежегодный рост тарифов, отток кадров из малых городов. Тем не менее, здесь работают над привлечением инвестиций. В районе имеются свободные земельные участки для организации производств, земли сельхозназначения. Туризм является одним из направлений развития экономики района. Администрация привлекла средства областного бюджета на расширение дома ремесел. Калязин включен в состав туристско-рекреационного кластера Тверской области «Волжское море». Благодаря этому в этом году начата реализация масштабного проекта по реконструкции автодороги по главному туристическому маршруту Калязина. Это объемная работа, в результате которой будет создана качественная дорожная инфраструктура для пользования местными жителями и многочисленными гостями города. Калязинский район активно работает по программе поддержки местных инициатив. За 7 лет реализованы более 24 проектов в разных сферах. Недавно состоялось открытие новой спортивной площадки, которую возвели в городе по программе на месте старого недостроенного ФОКа. Милые, дорогие ребятишки, обращаюсь я к вам. Давайте любить свой город. Ведь город – это мы. Мы взрослые, и вы, ребята. Счастливо вам проведение на этой площадке всех мероприятий, спортивных, конкурсов. По-прежнему остро стоит вопрос нехватки жилья. Хотя по темпам жилищного строительства Калязинский район в передовиках. За 10 месяцев этого года план по строительству выполнен на 250%. Несмотря на трудности, работы по подготовке к зиме выполнены. Идет замена ветхих инженерных сетей, ведется капитальный ремонт крыш домов. За счет средств фонда капитального ремонта решаются вопросы благоустройства дворов и городского парка. Немало проектов реализовано в этом году в социальной сфере, в частности, в образовании. Районный бюджет максимально привлек на проведение ремонта в школах и детских садах денежные средства. Предстоящий год, а также следующие 5 лет будут напряженными. Глава района нацелил коллег и жителей на сохранение стабильной экономической и социальной обстановки, на единство и сплоченность в работе.